Сегодня, 11 ноября, две важных даты. Это День куриц и Международный день фитнеса. Я не могла выбрать между этими двумя очень значимыми событиями, поэтому рассказываю о двух. Привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче», поехали. День куриц, это пацаны говорят, поздравляйте своих подруг. Нормальный, да? Не знаю, есть ли у вас настроение новогоднее или нет, но в Гомеле уже начали монтировать новогоднюю елку, и это происходит прямо за моей спиной. Буквально на площади Ленина рядом монтируют и новогоднюю иллюминацию. К слову, в прошлом году монтировать елку стали примерно в это же время, в середине ноября. Парень из Гомеля притворился Ксюшей и разводил другого мужчину на деньги. Все дело в том, что молодой человек приехал из поселка в город, устроился на гомсельмаш, но денег не хватало. В итоге пришла гениальнейшая идея зарегистрироваться на сайте знакомств от лица девушки и познакомиться с парнем. Собственно говоря, почти все это удалось. Сначала попросил 3 рубля на такси, потом еще на продукты. В итоге, как он попалился-то? Не пришел на запланированную встречу, а вычислили Ксюшу через данные банковской карты. Романтика, романтика, романтика. Мужчина из Молодечной решил оригинальным способом встретить свою жену из роддома. Подогнал под окна практически целый оркестр, а сам сыграл на пианино песню, которую написал 8 лет назад во время их знакомства. Жена родила молодому человеку 2-ю дочку. И, кстати говоря, заведующая роддомом разрешила такой необычный сюрприз. Скажите, классно, классно, молодец.